программа «Мистания» с интервью с гастроцентром. Вас приветствую из вагона поезда «Москва 2020». А буквально через стекло за моей спиной уже много времени. Об этом очень спасибо. Уже внутри салона нового поезда. Садись. Станция Манеж. Два вагона поезда Москва 2020. И вагон. Она устроена внутри. И буквально рядом со мной уже поезд Москва 2020. Там мы тоже направимся. Но если честно, я уже был в нем, причем даже в кабине. Кстати, обращаю внимание, что здесь есть для связки телефон. Ну это понятно, скакай. Вместительный салон, который стал больше. Пойдем, все, выходим. Кстати говоря, говорят, что они стали еще больше. Я делал обзор и был где в самый первый. На Кремлевскую стену, чтобы не привычно писать. Жалко, что он выходит рядом, чтобы он не видеть. Главное, новинка все-таки не в Иволге, а ажиотаж там для народа. Потом поговорить о поезде из Москвы 2020. Ну, поколение. Это получается мазилка, это очень в кабине, точно такая же, правда, больше, в его длину. Я уже был в кабине поезда Москва 2020, мне показали, как управлять составом. Конечно, да. Лето уходит, настроение не перестает. Видим климат. Станция Манеж. Программа МСК на канале Сэндри. Что же рядом со мной? Иволган 3.0, которая курсирует по МЦД 3, который недавно открыли. Программа МСК на канале Сын. Я снимаю на выставку в Манеже, станция Манеж.
Развитие до 2035 года включает в себя существенное сокращение интервалов движения поездов на региональных центрах, так же, как это реализовано на МЦД, где уже действует тактовое расписание. На канале Синдере программа МСК. Я Смотряков. Увидимся на канале Синдере. Вот так вот прошла выставка.